героическое и трагическое. Она длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная война. И навечно останется в душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее военные и нравственные уроки. 15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул земли Афганистана. Из воспоминаний солдата. Где-то в стране послышался стрекот вертушек. Гул нарастал, скалы гудели от огня. И мне подумалось, что дух не раз вспоминает своего Аллаха. Минут через 20 обстрел закончился. Вдруг послышалось, что кто-то застонал. Игорь лежал, неудобно подвернув под себя руку. Жизнь его висела на волоске. Я тоже был ранен, но взвалил его на себя и пополз. 5 минут пыхтения, а продвинулись всего на 1 метр. Игорь застонал, но затих медленно, чуть дернувшись телом. А я не мог остановить слез, которые капали на камни, молчаливые свидетели тех минут. Игоря больше нет. Как мало лет он прожил, только 20. Но миг победы больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы остаться. Остаться в душе навсегда. В исполнении 206-й группы специальности физическая культура звучит песня из репертуара группы Любэ «По высокой траве». Порошил